Владимир Путин поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии. Как сообщили в Кремле, в специальной телеграмме российский лидер выразил уверенность, что бывший министр иностранных дел на новой должности будет способствовать развитию российско-германских отношений. Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом Германии. В воскресенье его поддержали больше половины делегатов Федерального собрания. Всего за пост боролись 5 кандидатов. К новым обязанностям Штайнмайер приступит уже в марте.